Найдена карта, где обозначено захоронение Кабанбай Батыра. Она находится в России. Это стало известно на научно-практической конференции в Алматы, посвященной 330-летию великого полководца. Участники, ссылаясь на слова исследователя Серикбосына Сейдагали, рассказали, что на карте 18 века изображена географическая местность России. Там указан улус, где якобы в последние годы жил и был захоронен Кабанбай Батыр. Как известно, Ярасыл, так его настоящее имя, был главным полководцем эпохи правления хана Аблая. Был одним из организаторов борьбы с джунгарскими нашествиями. До настоящего времени неизвестно точное место захоронения Батыра. По одной из версий, он захоронен в 30 километрах от Астаны, по другой – недалеко от Кызылорды. Также бытует мнение, что его могила находится в Китае. Он был батыром знаменитым. 103 раза поединок вышел и всегда победил. Последний поединок он сделал перед смертью, когда ему было 78 лет.